В эти минуты на сцене Русского драматического театра идет премьера комедии «Собака на сене». Постановка больше классическая, чем современная. Впрочем, и сюжет, созданный 400 лет назад, и диалоги звучат настолько актуально, что сегодняшнему зрителю есть над чем посмеяться. Ксения Мороз продолжит. В этом доме, в моих стенах, встречаться с кем-то и тайно с ним вести беседы. Любовь и счастье служанки рождают в графине зависть и любовь не по статусу. И вот уже любовная интрига закрутилась. На сцене театра русской драмы в Ижевске режиссер Алексей Герба поставил комедию Лопе де Вега «Собака на сене». Как сказал Лев Толстой, ведь по моим наблюдениям, за последние 2000 лет человечество не изменилось. Хоть текст был написан 400 лет тому назад, он также звучит актуально всегда и сейчас, и будет звучать, надеюсь. Потому что тема любви, любви женщины к мужчине, мужчины к женщине, тема любви всегда будет актуальна, пока существуют люди. Через несколько минут объект страсти, секретаря Теодора, влюбленные дамы начнут терзать на сцене. А пока актер Вадим Истомин показывает гардероб своего героя. Ну, это, конечно, не с этой рубашкой будет все. А с какой? Ну, это будет с другой. С этого у нас другая шляпа. Я ее уже отнес далеко. Чтоб позабыть, старайтесь парики носить ее я. И самый грязный. Да где же я найду изъян? В Марселе места нет изъяна. Я забывать ее не стану. Моя Марсела так мила. Любовь и ревность, ловкие проделки слуг два часа держат зрителя в напряжении. Сможет ли главная героиня преодолеть сословные предрассудки? Исполнительница роли Дианы, актриса Екатерина Логинова, переодевается так часто, что трансформацию графини зритель может проследить по костюмам. Очень резкий контраст вот, развития личности, развития человека, то есть от характерной просто, вот от глыбы льда, да, какой-то с какими-то ужинками, еще чем-то, переходит в прям в очень такую чистую, даже по костюму можно понять вначале, да, я выхожу, на мне надето невозможное какое-то количество одежды, невероятных каких-то париков и еще чего-то. В финале же у меня просто телесное платье, то есть ничего лишнего. Из вот этого вот карикатуры на человека Диана превращается в человека. Хочу любить, любви в ответ хочу. Не защищаюсь и не уступаю, быть понятой мечтаю. И молчу. Поймет ли кто? Себя я понимаю. Классических постановок в русской драме не было уже давно. Так что сами актеры «Собаку на сене» называют подарком для зрителя, который скучает по традиционному театру, по комедии. А в этом спектакле смеяться точно есть над чем. Ксения Мороз, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия».